Камера, мотор. Василий Лановой, советский и русский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог. Я сыграл Павку Корчагина, когда студент третьего курса еще был, и не разрешалось играть. Выгоняли, не задумываясь. Но я хитрый хохол, я, значит, подумал, конец апреля месяца, потом там три месяца отпуск, и никто не заметит. Однажды возвращаюсь со съемки из Киева, беру газету «Правду» и вижу на первой странице мой портрет из Павлы Корчагина и подпись «Студент третьего курса Лановой в роли Павла Корчагина». Я думаю, все, хана. На следующий день прихожу в училище, висит приказ исключить. И потом мне сказали, что Захава, вот этот художественный руководитель, собрал педагогов, которые занимались нашим курсом, и сказал, делайте, что хотите. Я не мог этот приказ не напечатать, а потому что иначе ими управиться невозможно. А вы не можете, придумайте, что хотите, он должен закончить четвертый курс. И Мансурова Цицилия Львовна, которая была худруком нашего курса, сказала, что тут придумывать? На второй год этого мерзавца оставить! И мерзавца оставили на второй год. И я сыграл лучшие свои театральные роли именно в этот год. И мгновенно был принят в театре Вахтангова. Что для меня главное? Ни кино, ни радио, ни концерты, кроме Липецка. Но главное все-таки всегда был театр Вахтангова. Это родной корень, это забота на всю жизнь.